Скорее всего, сегодня игра на весь вечер. У нас проблема — ранний доступ, и вроде бы нету русского. Ну, для нас это, конечно, не проблема, но... Играть, конечно, будет не очень удобно, придется переводить. Добро пожаловать в ранний доступ. Спасибо, что играете. Надеюсь, вам будет так же весело, как нам было весело разрабатывать игру. У игры, кстати, неплохие отзывы. Я сегодня с утра посмотрел в Стиме. Очень положительный, 83%. Она вышла уже вчера вечерком. Стоит всего 36 рублей по 15% скидке. И, в общем, разрабы уже опубликовали родмапу. Я ее видел где-то в новостях, чё, как они будут развивать. Но пока что вроде как доступен только первый акт, примерно на 3-4 часа. Музычка прикольная, да, приятненькая, кстати. Так. Settings. Звуки, соответственно, чуть-чуть потише. Language. Французский, Simplified Chinese, традиционный Chinese и английский. Ну окей. Первый сейв, поехали. Ты наш мужик, Брайан Маккрипт, говорит. Столько силы, ну уже давай еще раз. Ах, вот ты где, мы тебя ждали. Во-первых, мое имя Брайан, Брайан Маккрипт. Возможно, ты обо мне слышал, я чемпион этого королевства. И я заведую... Короче, я защищаю всех этих людей благодаря моим невероятным способностям. Могу говорить про себя целый день, но у нас нет столько времени. Странные вещи происходят на кладбище Адриарта. Скелеты восстают из земли и распространяют ужас. И этот... Короче... Грейвдиггер. Просхититель этих кладбищ дал нам задание сражаться с ними и победить их. Расхититель могил, его вспомнил. Так что, чтобы он смог вернуться к своей работе как можно быстрее. Однако у меня есть проблемка, персональная проблема. И из-за этого я не могу заняться этим квестом. Поэтому я позвал таких крутых приключенцев, как вы. Нэнкипер. Владелец таверны сказал мне, что он найдет мне сильных кандидатов. Так что, честно говоря, я немного удивлен. Но мне нужен только один человек для этой миссии. Кто хочет поучаствовать? Выбор класса. Воин, лучник, маг. Ну, вполне такое. Дебоидовый выбор. Классический. Когда ли сражаться? Ах, что ж. Это не будет возможно. У меня есть крутая броня, но... Она совершенно не компенсирует мой слабый урон. И мою полную невозможность использовать элементальную магию. Я буду абсолютно бесполезен. А, не меня. Я пришла просто потому, что сказали, что здесь будут круассаны. У меня так мало резистов и живучести. Да, у меня есть неплохой атак спид, но мой урон просто не существует. И меня совсем не стоит выбирать. Мой дедушка заставил меня прийти. Так что... Притворитесь, что... Я не существую. Да, я умею кастить пару спеллов. И они довольно... Взрывные, но... Для других я настоящая опасность. Пальцем показываю друг на друга. Гулучницу покормим ее. Маг забавный, он реально типа такой ленивый челик, такой руку в кармане держит.
Вообще я люблю за воинов играть. Не знаю. Я реально люблю играть за воинов. Мне кажется, за воина будет поинтереснее, потому что... Ну, всякие лучники и маги обычно простые. Потому что, ну, стоишь себе на рейндже, стреляешь, а милишникам хоть уклоняться придется. Там, я не знаю, Dark Souls. Воины прям как тостер. Так это он с меня повторяет. Он недавно, вот сейчас повторил тоже, с меня галочку получил на Твиче. Бери рыжеволосы. Голосовалку. Го воин, он дефолтно легкий, да не. Вообще можно будет за всех трех, наверное, поиграть, не знаю. Голосовать. Ну ладно, давайте чат. Но я могу включить голосование. Блин, а есть вообще полноэкранный режим? Добавим, управляйте вашим вопросом, замечательно. Ну вопрос. Кого берем? Воин, лучник, маг. У вас есть 2 минуты, чтобы решить. Ну, вообще надо было минуту ставить. Блин, меня бесит, что он альтабец. Да то есть большинство за мага. Ну маг это... Слишком банально. Раскупить хочу, имба скидочка имеется. Нет, Rainbow Blood нету. К сожалению, у нас реклама не без скидок, без каких-то ссылок на сайты, откуда можно купить. Нет, у нас просто... реклама конкретного бренда палит, так что если будешь выбирать себе видюху в ближайшее время, даже если вдруг по большой такой цене, бери рекламу. Ой, рекламу бери. Бери видюху компании палит. Я понял, чат. Большинство за мага и на втором месте лучница. Ладно, давайте все-таки лучницу попробуем. Хорошо. Будем за рыжулю играть. Да, это. Что ж, я бы предпочел кого-то еще. Ну, да ладно, придется. Так. Я смотрю, у тебя эквипа никакого нет. Придется сходить посетить старика Адама Ноструса на востоке деревни и попросить его дать тебе пару моих старых оружий. А потом возвращайся. Ой, принеси мне попить. Шеф Жан-Пьер приготовил для меня мой протеиновый напиток. Деревня не такая большая, но я отметил тебе на карте. А то мало ли потеряешься. ВСД, чтобы двигаться. Ля, как она забавно бегает. Прикольно. Дадим магу размяться. А? И вот так просто я стал магом. А где обратно? О, можно менять. Может быть, пропустим рыцаря Педро. Я в плохом настроении. Странные вещи происходят на кладбище. Но Брайан не спешит мне помочь. Я вот думаю, что он трус. Ладно, а где лучница? О, можно же обилочки посмотреть. Милли. Обычный плохо контролируемый удар вашего меча. Угу. Settings. Можно не фуллскрин? Мне кажется, сейчас обычный оконный будет, да? Блин, да ну нафиг. Ладно, вернемся в фуллскрин. Здорово, самоудачи, привет. Так, лучницу-то где вернуть? Projectile, Viral Wind, Elder Lance, копье какой-то, щит, Grappling Hook, Throwing Sword, камень, деревянная павка.
О, смотрите, три класса еще есть. Защитник. Хабхазард Чемпион, двуручник, судя по всему, и... Ну, это тоже похоже на двуручника, не знаю. ТЛДР балансный. ТЛДР, нажимай кнопки, будут работать вещи. Много брони, очень много брони. Нет урона. Ясно. Так, лучницу-то куда потеряли? А, она на самом верху, да. Трол, удачи, трол. Блин, сейчас мне надо закрыть вкладочку одну. Да, вот здесь вот. У нее чё? Архитектор смерти. Очень быстрый. Матч стронг. Вау. Доги отсылки. И, о, она еще и рогой может быть. Evasion, Poison, Inner Fires. Прикольно. Так, слушайте, я сейчас быстренько отойду. Мне сегодня этот врач назначил 7 раз в день полоскать горло и 7 раз в день мазать ее мазью. Сколько раз я сделал, как вы думаете? 1 раз горло полоскал и 1 раз мазь. Короче. Сейчас вернусь. Ну и мерзкая же эта штука, хлоргексидин. Фу. Ня. Все, потопали. Тиан сейчас, да, примерно так выглядит. Оп. Джемма. Голд Проспектор. Я продаю самые классные штуки. Но не тебе, красавица. У тебя не хватает ресурсов. Энрике Гарднер. Не волнуйся, миледи. Не могу быть репульсив, но не злым. Энрике, миляди, я королевский садовник. Я здесь очень важный. Привет. О, король. Привет, юная девушка. Брайан не отправил тебя за своим протеиновым напитком, не так ли? Отправил. Я пудинг. Чемберлейн. Видели ли вы принцессу Алену? Король очень беспокоится о ней. Ормос, какой-то бесик. Еще многое надо сделать, я очень занят. Ладно, потом познакомимся с персонажами. Prophet of the Past. Эй, привет, меня зовут Адам Нострус. Среди разных вещей я заведую храмом чемпионов, который перед тобой... Брайан отправил тебя, да? Да, я держу его старое оружие. Они очень важны. Он чемпион Ара, как-никак. Аррах. Я должен тебе что-то дать, да? Дай посмотрю-ка на тебя. Да, вот это вот. У меня есть для тебя отличное оружие. Оно не принадлежало Брайану, но я думаю, что... Ну, тебе подойдет. Это Слорм Риппер. Оружие, которое вытаскивает слорм из побежденных противников. Обычно их дают чемпионам, но ты справишься. Верни ее мне, когда разберешься. Не порань никого. Хорошо, Адам Нострус Боул. Окей. Заряжать нельзя, заряжать нельзя.
Так и чё за оружие там? Новый Swarm Reaper найден. Угу. Ага, оружие здесь, ну, понял, много. Много. Лук. На сотом уровне урон написан. Плюс 2 за уровень. То есть мы можем качать оружие. Окей. Допустим. Это оружие, говорит, не про никого. Ага, кузнец, прости, но магазин пока закрыт. Ха. Я просто люблю кричать. Тостер, будешь играть, Тостер? Ты же так хорошо английский знаешь. Так, мой магазинчик закрыт. Эй, дорогуша, будь повежливее с покупателями. Да, папочка. Так, я не могу терять время на путешественников. Хочешь украсть сыр у меня, да? А, ты пришел за напитком Брайана. Мне не было времени, чтобы его сделать. Но все есть на столе. Тебе просто надо следовать инструкциям. Это абсолютно новый рецепт, который я получил этим утром. Хочу узнать, что он о нем думает. На столе бумажка, на которой написано «Протон – напиток настоящих чемпионов». И теперь сам рецепт. Налей дозу протеина в воду. Помешай. Для больших мускул. Добавь немножко крысиного яда. Осуждаю. Последняя строчка выглядит странно. Но вы не умеете готовить. И вам сказали точно следовать инструкциям. Шеф Жан-Пьер не очень-то дружелюбный. Так что вы следуете рецепту и готово. Протеиновый напиток готов. Надо отнести его Брайану. Какой-то противный стример, как токсично. Знаешь, потоксичит немножко. Там будет что-то типа в него набить с пулеметной очереди, забивающихся на своем пути стрел, скорее всего, да? Ах, вот вы где. Я смотрю, ты нашел оружие. Ну-ка, дай-ка мне его сюда. А, нет. А мой протеиновый напиток принес? Он сказал, вроде, дай взглянуть. О, спасибо. Он отравлен. Мой напиток, я умираю. Как смачно в грязь шлепнулся. Какого хера со мной произошло? Во имя Араха, я полностью мертв. Все, это мой конец. Мое святое тело, мои мускулы, мои шелковые блондинистые волосы. Только посмотри на меня. Да что же, чем же я стал? Это просто ужас. Окей, Брайан, ты мертв. Но это еще не конец мира. Ты же проходил через испытания. Не так уж все и плохо. Тебе просто нужен запасный план. Что ж, решено. Ты справляйся один, а я пойду на пенсию. Справляйся сам. Ах. Что ж, теперь что-то новое. Что произошло с другими двумя? А почему у нее одним пикселем такое чувство, как будто она язык высунула? И у короля то же самое. Помогите, сэр Брайан, помогите. Какой ужас, все жители исчезли. Помогите нам, сэр Брайан. Что, сэр Брайан? О, боже мой. Это катастрофа, он мертв, наш чемпион мертв, все пропало. Вещи выходят из-под контроля. Ну вот тебе и отставка. Ну что ж. Тебе придется выручать нас. Давай начнем с того, что встретимся с королем. Осторожно, деревня больше не безопасна. Основной скилл. Использую его, хорошо. Скелеты! Фармим свармит и 25 опыта. Сворм. Когда вы убиваете противника, вы также получаете его сворм, эссенция, которая вернула его к жизни. В конце концов, вы сможете улучшать скиллы и при помощи найденного сворма. Чтобы вы понимали,
Студия, которая сделала игру, называется Slarmit Studios. То есть, грубо говоря, их первая игра Slormancer, и их и студию они, ну, также назвали, связали с некой субстанцией. Ну и я думаю, если у них все пойдет хорошо, они будут выпускать ни одну игру. Не закончат, так сказать, на этой. Я уж подумал, это LM-частицы летят. Ага, сейчас. Ох, это просто катастрофа. Мой верный Алистор, моя дорогая Алена, исчезли. А ты кто? А, это же путешественник. Так все еще не потеряно. Ты видел, что произошло? Все было хорошо, как вдруг голубая вспышка. И все исчезли. На моей двери гигантская печать, я не могу войти внутрь. Может быть, поможешь мне? Это странно. Я не думал, что он может меня видеть. Я не думаю, что он может меня видеть. А еще мне кажется, что эта странная печать и исчезновение жителей произошли прямо после моей смерти. Может быть, нужно поближе посмотреть на печать. Так и знал, я узнаю эти символы. Это слормансерская печать. Это, видимо, сделал он. Этот ужасный разбойник спланировал мое убийство. Его план теперь пришел в действие. Он знал, что я единственный чемпион, и что только я смогу справиться с ним. О, май гад. Ох, агад. О, май гад. Слормансер вернулся. Нет, послушай, мы можем слышать голоса за дверью. Ох, агад. Что? А, это его так зовут. Ну, поехали. Чемпион мертв, и я забрал замок старого короля. А, какой я хитрец. Все, что теперь нужно сделать, это разобраться с Аленой, чтобы я вернул свои старые силы. Да, мастер. Ну что ж, кто-то подслушивает. А я думал, все исчезли. Да, неважно, у меня есть другие опции. Король ничего не сказал. Что произошло? Ты дотронулась до печати? Ничего не понимаю. Мой верный Алистор узнал бы, что делать. Мы должны найти его. Я отправил его на миссию в гавань до того, как это произошло. Может быть, узнаешь, что с ним произошло? Да, надо найти Алистора. Может быть, он будет знать, что делать. Что за студия? Откуда? Новый, абсолютно новый разработчик. Откуда, не знаю. Но вроде бы я где-то читал, что два разраба всего. Довольно красивая игра для двух разработчиков, кстати. Очень красивая. И, возможно, вполне проработанная. Просто маленькая инди-студия. Барнабус какой-то. Я бы хотел тебе помочь, но я не могу покидать свой пост. Ты это видел? Я не исчез. Я не понимаю. Видимо, у меня есть какое-то значение. Слушайте, это прям как Loop Hero, все исчезли, да? А! Не понял. А вот и Алистор. Окей. Вы получили урон. Ауч, ваша жизнь уменьшилась. Если она упадет до нуля, вы проиграете. Правда, что ли? Ой, какой странный опыт. Я только что видел странные вещи внутри. Спасибо, что вытащили меня оттуда. Король в безопасности. Я должен поговорить с ним о моей ужасной находке. Давай встретимся перед замком. Хорошо. Ворона улетает. Белый соус? Где? Хочу белый соус. Я что-то не понял. Полный доступ к игре, соответственно, контенту он мне уже сегодня предоставит. Игра уже релизнулась. Все. Она в раннем... Ну, не релизнулась, она в раннем доступе. Соответственно, у них вроде бы есть только первый акт. Мы его сегодня пройдем. Забудем про игру где-то на годик. Потом появятся новые акты. Мы ее пройдем полностью. И вот, все. Не знаю. Посмотрим, но у них вроде как даже эндгейм контент есть какой-то. Так что, может быть, и пофармим под конец.
Потому что это вот диблоид. А в диблоидах должен быть эндгейм контент. Что ж, мой храбрый Алистор, что с тобой случилось, мой лорд? Я возвращался из гавани, как вдруг очутился в клетке, сделанной из теней и слорма. Все было таким темным и слаймовым. Я видел странные вещи. Я видел его, он наблюдал за мной, мой лорд. Он был описан как в легендах. Ужасный и ужасный, я не знаю, как перевести, синистер, terrifying. Это точно он. Ох, магад, слормансер. Он тот, кто все это сделал. Я подозревал, он выбрал самый худший момент. Самый лучший момент для себя. Все потеряно. Без чемпиона Араха никто не сможет победить. Ох, магада, кроме самого Араха. Нам нужно бежать со всех ног. И бросить мой замок и мою деревню? Ни за что. Нам нужно придумать план. У меня есть план. Мы уничтожим печать, откроем дверь и победим, ох, магада. Мой лорд, бриллиант, отличная идея. Но печать не такая простая. Это слормансерская печать, она неуничтожима. Говоришь, ее нельзя уничтожить, но это же не проблема. Я знаю о существовании реликта. Уничтожитель неуничтожимого и ломатель этих печатей. Нам просто надо его найти, но, мой лорд, прекрасная идея, но, как и все реликвии, уничтожитель был спрятан в недрах земли. Он... похоронен под криптой макрипидов внутри этой игры... кладбища. Я это отлично знаю, мой верный Алистор, но кладбище... Минуточку. Но кладбище. Boy next door. Прямо рядом с нашей деревней. Нам просто надо добраться до туда и немножко покопать. Ну, мой лорд, прекрасная идея, но откапывать реликвию. Нам понадобится лопата. К сожалению, Педро Грейвдиггер единственный владелец лопаты в королевстве. Тогда мы найдем Педро, чтобы найти лопату. Чтобы копать уничтожитель неуничтожимого. И уничтожим, ох, магада. Да, мой лорд, да, прекрасная идея. Но кто же этим займется, если чемпион мертв? Ну, у нас есть молодой искатель приключений. Это все, что нам нужно. Ну, надо поискать на кладбище. Может быть, мы там и найдем Педро. Да, одна лопата на все королевство. Бедняжки. Брайан. Pay respect! Все эти занятия в зале, типа... Все закончилось в грязи. F. Найс. Почему так странно ходит? Ну вот, она вот такая вот прыгает. Итак, кладбище. Рекомендованный уровень 1. Хорошо. Что ж, пойдем искать этого Педро. Здесь может быть опасно. А может не быть опасно, я же гребаный лучник. Перчатки. Эквипмент. Надевай айтемы, вау. 5 крит, крит дамаг, 9 сырой дамаж. Окей. Нас скорее удивляет, почему у нее язык высунут, как будто. Все можно ломать. Собирать голдишку. Когда нам дадут у ворот? Сырой может быть жареным. Ну, может быть... Не знаю, raw damage это вряд ли чистый дамаг. Это просто дамаг.
Дэмэдж, жизнь, мана, регенерация и эвейт. Прокачался. Ну-ка, подкачка. Атрибуты. Ого. А игра-то сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Toughness, savagery, fury, determination, zeal, willpower, dexterity и bravery. Эффекты в этой ветке. Ну, нам очевидно нужна агила. While in combat, damage, dexterity, stack every second. А это все откроется? Ну, давай one point, допустим. А, это, наверное, вот какие-то крутые, смотрите. Плюс атак спид. То есть здесь... А, это на самом деле... Я понял, все не так сложно, как кажется. Вот здесь мышкой наводишь и смотришь, что дают в начале. И когда я дойду до центрального нода, мне дадут атак спид, рипер дэмэдж, максимальный рипер дэмэдж, чтобы это не было. И вот здесь... Как, пока в бою, получай тотемную дексу каждую секунду. Плюс 1% тотемный эффект. Вы теряете ее, когда кастуете не тотемный... Основной или вторичный скилл. Блин, а может мне и не это надо было качать. Черт его знает. О, бронька. Экспа. Становись сильнее. Ну, понятно. Угу. Атрибуты. Использовать их. Я уже это сделал. Да, спасибо. Бронька. Армор и максимум хп. Окей. Вот у персонажа, кажется, с броней не меняется, да? То, как он выглядит. White Warp. Это что такое? А, это типа маска. А, нет, это кольцо. Лол. Плюс 30 эвей, да? Не лучника, газель, антилопа. Мне так нравится прыгать. Чё? Ну ей весело. Defeat most enemies. Просто уничтожить всех врагов. Окей. Это же мне проблема. О, лучники. А поддерживает геймпад? Я думаю, сейчас все игры поддерживают геймпад. Должно, я думаю, что должно. Но я не знаю. Тебе посмотреть? Вот кейборд контроллер. Все нормально, да, есть. Том. Еще перчатки. Крит страйк дэмэдж 5,5, ро дэмэдж еще больше. Ну хорошо. Ломает вазу без переката. Так ты посмотри, она на них прыгает. Зачем ей перекат? Лучше бы Уэйна выбрал. Оп, еще левел ап. Хорошо, новый скилл. Вторичный скилл. Тратит манну, замечательно. Трибут поинты. Не required point, no worries, you can... А, можно менять в любой момент. Че? Подожди, нет, стой. А, можно перекладывать в любой момент. Ну супер. Что же еще может быть у лучницы, кроме валея, да, и стрел?
Так, ну мне уже нужен челлендж в игре хоть какой-то. Я понимаю, что это самое начало Диблоида, и... Хотя в первом Диабло был челлендж в самом начале, это точно я помню. В втором нет, а вот в первом был. Никого здесь нет, давай вернемся в деревню. Я могу превратиться в дверь, чтобы помочь тебе путешествовать, смотри. Окей. Вернуться домой. Полезный. 56 врагов убито. Победа! Количество сворма, количество опыта, все наградки, бриджес клоуст, количество убитых врагов, элиток, средний ДПС, лучшая комбо и всякое-всякое. Окей. Okay. Видимо, Педро не был в первой части кладбища. Давай исследовать следующую часть. Давай. Вторая часть кладбища. Рекомендуемый уровень второй. Там, где бы можно было кучу класть вначале, открыв дверь и услышав свежее мясо. Да, первая дебла хардкорная на самом деле была. Ни хп, ничего не хватало вначале. Голдус! Я только сейчас заметил, что золото называется голдус. Эх. Спасибо. Не болей, да, 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 спасибо. Правда, я уже немножко... О, сколько золота! Голдусы! Сюда! Закройте разлом, кстати. Close the bridge. Murder! Ау. Лучники довольно быстро стреляют, кстати. Мне кажется, чем дальше я стреляю... Не, это просто рандомизируется урон. Блин, пока бесполезный пока что. Больше урона, больше скорости атаки, хорошо. Как игруха? Пока неплохо. Здорово, фанмоб. Чтобы быть лучником, успеваешь чихнуть, пока добегают. Говорят, игра хардкорная, типа умрешь, начинай заново или нет? Нет, с чего бы, это же Диабло. О, шмоточка, бронька. А, новая, максимум манна. Thorns damage. Допустим. Ну, шипы обычно бесполезны, но... Arrow shot, мастер level 2. У нас прокачалась обилка мастера. Мастерство. Вы получили уровень мастерства. Эта обилка стала сильнее. Теперь ей доступны апгрейды. Ага! Вы можете потратить скилл. Апгрейд, выбрав инвест. Вот оно что. Каждый скилл отдельно качается. Архитект смерти. Турелька. Ну окей. Так, обычный выстрел. 8 маны на убийстве. Нет. 5 ребаунд чанс. Что такое ребаунд? Понятия не имею. Стоит слорм, кстати, инвестировать. Форк чанс. А, ребаунд отскочить. Вижу, отскок, да. Ага. А это стрелять вилкой. И стоит манну. Ну давайте начнем с отскока. Если он автонаводиться будет. Unequip можно. Ага. Ну давай второго уровня сразу же. Недостаточно сформа.
Не, вряд ли он будет наводиться, что-то мне подсказывает. Только один эффект из одного тира можно выбрать. Броня, элементальные резисты. Да блин, дайте мне урон на броне. Что я? Зачем мне броня? Я что, танк, что ли? Не, пока что отскок выглядит бесполезно. Да, мультишот лучше бы взял. Угу. Явно. Дробовик появился. Окей, закрываем бридж. Оп. Микро-челлендж. С мопцами. О, Педро, здорово. Вы нашли жителя. Они как бы заточены в эти разломы. Он сам вернется в Адриард, так что вы можете с ним поговорить. Отменить прокачку не можешь? Полагаю, что нет. Но я могу вкачать это, допустим. Так у меня все вместе работает. Equip, on, equip. Ха. Каждый раз, когда используете скилл в битве. Ясно. Так у меня теперь все вкачано, получается. Equip. А, нет, я могу только что-то одно выбрать. Окей. Берем вилку лучше. Ой, какой RTX, кстати, да, я забыл плашечку RTX выключить, сори. Простите. Спасибо, что вытащили меня отсюда. Это был странный опыт. Что, тебе нужна лопата? Ты пришел к нужному человеку. У меня есть отличная лопата. Ну давай вначале вернемся в деревню. Ты возвращайся, я тебя там встречу. Угу. Нет, рекламу я подвинуть не могу, к сожалению. Я карту периодически включаю, так что, типа, следите. Спасибо, что вернул меня. И если ты ищешь лопату, не так ли, что ж, у меня есть одна очень специальная лопата, очень особенная. Она полезна, чтобы копать дыры, но не только для этого. Благодаря... Бриллиант. Короче, прекрасная модификация. Моя лопата может указывать на север. Я называю ее лопата-компасом. Я очень забочусь о ней, но я ее потерял. А вернее, бросил. Я выкапывал одну из моих самых красивых дыр. Дыра, которая не была слишком глубока, слишком необычна. Как вдруг монстры... появились вокруг меня. Так что я сбежал своими ногами и оставил мою лопату-компас. Ты же вернешь ее, не так ли? Она не так уж и далеко. Оттуда, где ты меня нашел. Ну, пойдем искать его. Лопату, компас. Скорее ям, наверное, да. Перейти в третью можно. Ну, в старые локи можно, можно. Сколько сильно ранний доступ? 0.1 или релиз через пару месяцев? Самый-самый ранний. Прям вот только один акт доступен. Ну, посмотреть надо. Я оставил лопату чуть дальше. Ты ее легко найдешь. Если только ее не украдет какой-то злодей. Можно уйти из экспедиции. Ого. Пока ему можно смотреть. Вот. Насколько обилка широкая. Что-то не вижу я, чтобы у меня периодически вылетали дополнительные стрелы.
Видели хоть одну? Ну, я понимаю, что шанс 15%, все. Нет, 10 сейчас. Брать козу в другие игры, да это скорее имбер. Перчатки. Ой, эвейжен, у меня же персонаж в эвейд должен уходить. О, не, броня, которая дает урон. То, что надо. Воин начинать. Левел 5. Итак, мы докачались до Reaper Damage. Давайте искать, что такое Reaper Damage. Ресурсы, Reaper Find. Шанс найти... А, Reaper, это же Slorm Reaper, это оружие. По сути, да, урон атак обычный. Наверное. Стоп, там была информация. Вот оно. Второй компонент вашего урона. И в основном находится в Slorm Reaper'ах. Сырой урон, первый компонент урона. Находится в атрибутах и так далее. Базовое значение, дополнительное. Highlight. О, выбрать итемы, которые я хочу отслеживать с этой статой. Я понял. Skill damage. Сумма вашего raw damage и reaper damage. И показывает, сколько урона вы можете наносить скиллами. Понял. Условно говоря, обычный урон и элементальный урон. Если так сравнивать. На манер Геншина. А, видел. Вылетело. О, наплечники. 8 урона. Класс. Боль. Убийство. Киллстрик есть прям подо мной. А на киллстрике это примерно то же самое, только увеличивает количество найденного слорма. Ага, окей. Понял, принял. Ну... Что-то сейчас не начался, надо больше урона, видимо. Shoulder plates, armor raw damage, а у меня там торнс, да, по-моему. Пускай. Close the bridge опять. Ого, сколько лучников. О, когда там некроманты уже вылезут. Ну как-то киллстрик, видимо. О, элиточка! Ого! Быстрая! Быстрый скелет! Но он все равно до меня не дойдет.
Первая элитка. Элитки, вы встретили элитку, они сильнее и более... Ну, короче, и разные скиллы имеют. Осторожней с ними. Так, а продавать можно прямо из инвентаря, что ли? Не, вряд ли. Не, нельзя. Ух, ваншоточки какие пошли. А чё у нас? Броня. Ясно. Чё, дальше идем? Ну, конечно, дальше. Рипер дэмэдж качаем. А вот здесь есть raw damage, который потом дает crit strike damage. Но какой у нас crit шанс для того, чтобы... 5%. Геншин, привет. А, где же crit шанс найти? You have critical strike chance. Но придется скачать evasion. Не, давайте пока Reaper урон выйдем. Reaper и сырой урон, наверное. Слишком легко. Надо спидранить, надо качаться, уже переходить в блоки посложнее. Зачем я всех убиваю? Я не знаю, потому что я не могу оставить локации незачищенными. Кольцо, кстати. Плюс 19 вейжа. А, это не кольцо, это пояс. Тьфу ты, блин. Ого. Оп, плюс мастерство на АОЕшечке. Поехали, прокачаем. А вот и лопата, компас. Чё здесь есть? Давайте смотреть. А, когда вы кастуете... Тут разные усиления? Да не, вроде одинаковые пока. А, специализация с 10 уровня, ясно. Rain of Eros, if you are tormented the first volley of rain... First volley of Rain of Eros, drop Ravenous Dagger. Отправит какой-то нож. А tormented это что такое? Whenever you cast, if you are tormented. Strength of the fierce huntress is changing in various effects. Can occur if she becomes tormented or delighted. Короче, если она грустная, если ее что-то гложет, вот ключевые механики, torment и, ну, типа, радость и злость. Ясно. Ну, у меня это откроется, видимо, дальше. Не знаю, что здесь... Первый валей имеет шанс сбросить ловушку и уменьши время валея, то есть чтобы он быстрее падал. Давайте ловушку попробуем. Забрать лопату. Вот она, лопата-компас. Это лопата с компасом на ручке. Компас выглядит сломанный, а лопата вся покореженная. Не уверен, что она вообще может выкопать дыру. Ладно, давай вернем ее Педро. Давай. Что делать, если постепенно начинает надоедать Геншин? Ждать контента? Че, не проблема же. Моя лопата компас, спасибо, что нашли. Я так волновался. Но она вся сломана. В таком состоянии будет тяжело выкопать дыру. Но она все еще указывает на север. Это компас на палочке. Тебе в случае не нужен компас, не так ли? В любом случае, мы всегда можем ее починить. У меня есть моя лопата-компас. У меня есть специальный
набор инструментов для починки лопаты компаса, который я оставил на центральной площади кладбища. Чуть дальше. А он очень специфически называет вещи. Что ж, пойдем. Так, что ж, пойдем. Пойдем-то мы пойдем. Но перед этим я схожу, подлечусь быстренько. И, собственно, один кусочек первый на YouTube пойдет, как обзорчик игры. Вроде ключевые механики посмотрели, там прокачка, вот это все. Пока неплохо. Пока что будем продолжать по-любому.